Здравствуйте, дорогие друзья! Очень я соскучилась по земле, и сегодня я решила подготовить грунт. Ну, в таком большом баке, который летом у меня служит для изготовления удобрения травяного, хлебного и других. Вот сюда я насыпала две пачки покупного грунта для рассады. Вермикулит. Продается в садовых магазинах все это. Яичную скорлупу. Ну, почти полбаночки. Ее я заготавливаю в течение всего года. Яичную скорлупу собираю, сушу и затем перемалываю. Вот так пакетом я накрыла мой будущий грунт. Опрыскать мне хватило где-то чуть поболее пол-литра моего домашнего М-препарата. И необходимо еще периодически, где-то раз в неделю, может быть, почаще, приоткрывать и тоже опрыскивать этот грунт. Всем пока!